Портал Mirror в кратком превью к бою казахстанца Геннадия Головкина с британским боксером Кэллом Бруком разместил голосование, которым предложил болельщикам спрогнозировать исход этого поединка. Менее чем за 7 часов в голосовании приняло участие более 1000 человек. 78% респондентов считают, что победу в этом бою одержит Головкин. 22% опрошенных отдают предпочтение Бруку. Бой Головкин-Брук состоится 10 сентября в Лондоне. Ранее промоутер 3G Том Лёфлер говорил, что до конца этого года его клиент проведет еще один бой в ноябре или декабре. Не исключено, что соперником Головкина станет еще один британец Крис Юбэнк-младший, переговоры с которым в июле провалились. Твиттер популярного портала о новостях из мира бокса FightNights.com подвел итоги голосования, в котором предложил своим читателям определить лучшего действующего паунд-по-паунд боксера в мире. 44% любителей бокса проголосовало за казахстанца Геннадия Головкина. 29 опрошенных считают, что лучший паунд-по-паунд боксер – победитель пары Андре Уорд – Сергей Ковалев. 19% респондентов отдали предпочтение Роману Гонсалесу «Чоколатита». 8% болельщиков предложили свой вариант. Всего в опросе приняло участие 488 человек.